Здравствуйте, с вами интернет-магазин «Президент Watches». И сегодня мы расскажем вам о часах «Восток Командирский» 211-718. Корпус данных часов сделан из высококачественной нержавеющей стали. Ремешок кожаный, черного цвета. Застежка металлическая, классическая. Задняя крышка. Лом, которая очень сложно поцарапать и практически невозможно разбить. На циферблате изображена эмблема ВДБ. Способ отображения времени аналоговый. Также имеется окошко с датой. На стрелке ириски нанесено светонакопительное покрытие, которое видно в темноте. Механизм часов пружинный. Заводится вручную. Точность хода плюс 40, минус 20 секунд в сутки. Класс водозащиты часов 3 атмосферы. Это защищает часы от случайных брызг. Для установки точного времени необходимо отвести заводную головку на щелчок в сторону и поворачивать ее в любом направлении. Для установки даты необходимо, чтобы часовая стрелка миновала отметку 0 часов 0 минут. Сейчас вам это продемонстрирую. Таким образом. Если необходимо перевести на несколько дней, нужно вернуть часовую стрелку в положение 8 часов и повторить еще раз маневр. И снова. И так нужное количество раз. После чего устанавливаем нужное нам время и возвращаем головку на место. Закручиваем ее по часовой стрелке. Заводятся часы следующим образом. Также откручивается головка, не отводится ни на какие щелчки в сторону. И просто по часовой стрелке совершаете такие обороты. После чего также возвращаете головку на место. Часы упакованы в фирменную коробку Командирский. На этом все. Спасибо за внимание.